По инициативе Московской торгово-промышленной палаты создается новый формат международного и межрегионального взаимодействия городов-центров деловой активности. Единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока. Предполагается, что с помощью этого проекта представители отраслевой гильдии смогут эффективнее влиять на деловой климат в евроазиатском пространстве. Владимир Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как гильдии смогут взаимодействовать друг с другом и какие инструменты для этого будут использоваться? Вы знаете, обычного человеческого общения его не хватает для того, чтобы разобраться в океане информации, касаемо предпринимательской деятельности. Мы ничего нового не изобретаем, цифровые площадки позволяют разбираться и устанавливать контакты и общаться гораздо быстрее, гораздо эффективнее на этих электронных площадках. Расскажите подробнее про программу «Бизнес-маркет». Новизна заключается в том, что это организует торгово-промышленные палаты. Торгово-промышленные палаты в некоторых странах им уже 4 века. В России это где-то чуть больше 100 лет. Они создаются самими предпринимателями для того, чтобы оказывать им помощь в их предпринимательской деятельности. Очень непростой во всем мире. И мы решили, что торгово-промышленные площадки должны быть при торгово-промышленной палате. И связи, которые сейчас существуют, должны быть электронные для того, чтобы активнее и быстрее, энергичнее заключать сделки, договариваться, смотреть, знакомиться с какими-то предложениями. Насколько я понимаю, акцент идет на профессиональное взаимодействие гильдий. Торгово-промышленные палаты, они все разные в каждой стране, но их объединяет то, что у них есть гильдия. Это предприниматели, которые занимаются какой-то важной отраслью. Гильдия таксистов, гильдия хлебопекарей и многие-многие другие. Они понимают друг друга с полуслова, они разговаривают на своем языке, и они моментально устанавливают этот контакт и понимают, кому что нужно. Поэтому гильдия – это основа работы любой торгово-промышленной палаты. Наше преимущество – что в торгово-промышленную палату приходят те предприниматели, которые работают прозрачно. Они не работают в тени. А это гарантия совершения сделок. И люди добропорядочные предприниматели придут к нам и заключат соглашение тоже с добропорядочными предпринимателями. Кто поддерживает ваш проект? Все, что происходит в городе, не может происходить без согласия и поддержки властей. В городе давно и успешно создаются условия для развития предпринимательской деятельности еще с 80-х годов. Но вот последние 8 лет для предпринимателей создается больше и больше условий из-за того, что власть выслушивает мнение предпринимателей, и потом появляются законы, подзаконные акты, и организуется помощь, в том числе и через торгово-промышленные палаты, для работы. Спасибо вам большое, удачи вам. Спасибо вам.